Привет, друзья. Я раскладываюсь. Тут недалеко от меня появился оазис Диорита. Надеюсь на него успеть 43 минуты. Быстро. Возможно, чужину. И надеюсь, все будет хорошо. Я там добуду металла как можно больше. Да, и кстати, я немного помудрил качеством видео, которое мы записываем. Надеюсь, будет хорошо. И мы будем уже наслаждаться картинкой намного четче. Раскладывается быстренько. Гляну, все ли на нем есть для путешествия. По-моему, должно быть. Нет. Прям. Не. Так, вода. Так, я вышел вечером, поэтому базу я, наверное, уберу, дабы не смущали глаз. Ну и давай скорее базу складывайся, и погнали. Полчаса, я думаю. Блин. Вот бы крыл кастом был. Блин, фигово, мне нужен крыл костюм. Как отменить это? Ладно. А если ударить? Блин, ну ладно, придется покататься так. И скрылся. Я, по-моему, заряжал энергии в ход. Фига не заряжал. Придется пытаемся нашего грабей. Ну ладно, мы отправляемся. Я намного лучше все стало смотреться. Чуть-чуть, чем раньше я догадался. Ладно, погнали. Придется спрятать ходун, да пробежаться где? 125. Я, наверное, сразу рубану кактусы, чтобы они давились. Парили. Да. Остается проблема с птичками и гопниками. Птички не вернем крылья, а вот от гопников придется отбиваться.
больно. Больше прыгать нельзя. Будем бегать. Решил я все-таки покатать на ходуне, потому что я пешком без этого костюма. Ну хотя здоровье не позволит. Успел нихера. Я убрать крыло, блин. И прибранный. Как? Может они спавнятся? Там больно скудно. Здесь все. Блин, надо было увернуться от птички как-нибудь. Крыло невелика потеря. Жаль, но маловато. Хотел хотя бы сотку брать. Будем ждать другой метеорит. Опа, опа. А, это я стрелял. Я думал, ко мне кто-то цепляется. О. А что это? Бьют-то базу здесь. Тоже. Ну ладно. Так, карта нормализовала. А вон где я был. Вот где. Офигеть, не встал. Ну вот, мы забрали все, что хотели. Теперь доберемся, сделаем крыло. Ну и, наверное, потусуемся сегодня. Смотрим, что здесь. Падает. Падает.
И самое главное, я забыл, надо добыть врагу. Так, ну и все, разгружаем нашу жену. И приземли. Ты не говори мне, что вы... Или уничтожить меня. Офигею в этом зоопарке, блин. Просто в шоке. Ну чё надо было? Чё, не трогал никого. Дожариться надо. Обязательно. Не крылья, крылья надо было свернуть. Они на нем не складываются. Бьют они, нет? Интересно. Ладно. Что мы хотели? Поменять задание. Это не. А тут другого ты получше не найдешь. Ладно. Будем идти и мстить этим птичкам. Величко. Опять крыло закоца. Так, а почем здесь тряпки? Вот мне. У меня 8 флотов-то всего. Зря я нарвался. На... Блин, опять. Ладно.
Полетели домой. Через всю карту. Ну, по дороге будем заглядывать вот и данжи есть. Yeah!
Нести чего? Так там уже пострадали. Не видать никак. Это что? А о, человек. Да он еще и за баллистой. И в меня попасть хочет. Просто спрятался в карго. Здорово, чё? Да не буду я тебя убивать. Чё ты на птичку нарвался, что ли? Блин, тебя вообще не слыхать. Да, говорю, нарвался на птичку. Чё тебе тряпок дать? Я не слышу нифига. Громкость, посильнее громкость попробуй сделать. А. Ну чё тебе накрыли? Надо чё-то? Да, не хватает денег, ткани и дерева. Чё ещё не хватает? Дерево, дерево, дерево. Ну дерева у меня с собой нет. А ладно, на одном. Дерево вон, руби. План, давай, удачи. А чё за план у тебя? Слышишь? Чё говоришь? Что за клан у тебя? Первый раз вижу, зайвен. А нас двое всего в клане. Веном геймер. Что-то ник тоже твой знакомый. С кем играешь? Чё ник? Подожди. Ник, говорю, у тебя знаком. Блять. Я снимаю я... на YouTube. Наверное, там меня видят. Не знаю. Там каких-нибудь крупных. Чего-чего? В каких-нибудь крупных кланах был? А ну нет, вряд ли. Чё ты, может, довезешь меня чуть вот до края оазиса? Я уже устал бежать. Метеорит. Давай до него. Ты метеорит собираешь?
Хочешь дуэль разочек? Хочу себя попробовать. Да, не хочешь? Я хочу себя попробовать. Ну, понятно, понятно. Hmm.
Далеко остался. А, что там про дуэли ты хотел, не хочешь? Ну, а это кто такой? А и нет. Это Russian пират. Поодиночке они вроде не опасные, толпой начинают нападать на все, что движется. Понятно. Такие ребята, короче. Ну давай долбанемся еще разок. Блин, ты успеваешь все равно, блин. Хотя я только нажимаю. Ладно, давай, счастливо. Давай, спасибо. Я это, знаешь, как учусь драться? С рупачами дерусь часто очень. Против руп. Я тоже часто дерусь. Я вообще не воин, вообще ни разу. Я чисто фермер, короче. Почему ты успеваешь ударить? Я не понимаю, быстрее меня. Подвижность у тебя на сколько прокачана? Подвижность? Да. В ноль. Нет, ты вот когда характеристики... Ты когда характеристики качаешь уже? Есть подвижность. Не видал ни разу? Ноль. Понятно. Значит, это меч такой. Но у меня тоже шустрый он должен. Ну, давай поменяемся, попробуем еще раз. Да ты меня убьешь, если сейчас еще раз. Две минуты опять. Ага. А че, говоришь, вы вдвоем играете? Да. А в клан не хочешь? Да мы много раз пытались, но мы за ним не успеваем переезжать. Мы огромным кланом, который постоянно двигается. Да у меня небольшой клан. Я новый клан собираю, всех старых друзей и так далее. Ну давай, я твой ник запомнил, я с тобой пообщаюсь, там посмотрим. На новый сезон собираю людей как раз таки, с нового сезона стартуем. Сейчас, в принципе, никто не играет, только вот, я чисто собираю народ и все. А новый сезон когда стартует? О? Нет, пока тоже не слышим. Ну давай. Созвонимся. Если что, найди Venom Gamer. Или там есть мой Discord под видео в YouTube. Понятно. Ну, в общем, если что, я живу на Roaring Oasis у мордовинцев Харда. Русская Харда под мордовинцами, которая. Понятно. Зайдешь, пиши. Короче, подгребал я. Почему он успевает? Непонятно. То ли я такой рукой жопой. Ну, 4 куска на кармане. Полная. Карманы все. Это мы. Давайте.
Я черная жемчужина, готов опять отправляться в бой. Под этот занавес. Сворачивать на ней базу.